Приветствую, приветствую, дорогой Максим. Слушай, Шахтай видишь, Магомедов. у меня трубка. Это Да. я курил ее раньше, как Хемингуэй. А сейчас не О, курю. точно. Да, если я сейчас покурю эту трубку, я прямо упаду. Мне кажется, вы больше на Шерлока Холмса сейчас были похожи. Ну хорошо, я тебе хочу идею одну сказать. Дело в том, что у меня несколько человек уже просят там в комментах на Ютубе, чтобы я дал одну методику для детей, чтобы они в гаджиках, как это называется, гаджет, Гаджетов. не застревали, потому что они все время там сидят, и вместо того, чтобы жизнью заниматься, они все время игры какие-то играют. Это первое. Второе. Я подумал, слушай, ну есть люди, которые, вот я трубку курил, например, вот, например, кто-то хочет курить, бросить. Ну, все равно, что гаджеты, не гаджеты. Какая-то зависимость. Кто-то торты ест. Кто-то заедает стресс, там, допустим, чем-то другим. Кто-то играет в казино. Кто-то там заедает стресс еще чем-то. Ну, короче говоря, я вспомнил, что я в свое время... Вот смотри, здесь надпись, это мне. Мне подписано, там вот мое имя, видишь? Что-то на итальянском, если я не ошибаюсь. Да, но сверху уже написано мне, Да, я вижу. вот написано Хасай, да. Это мне подписал книгу, ну, очень великий человек. Он меня возил в Ватикан, мы там встречались. Ну, короче говоря, там, вот, это Падре Элиджио, который создал Мондо Икс в Италии. Мондо Икс — это тайная жизнь, секретная жизнь. Это там наркоманы во всех городах практически Италии, которые общины, которые избавлялись от наркотиков без лекарств. То Так. есть это тоже зависимость наркотики. Что табак, что играть в казино, там, что гаджеты, это все зависимости. Что торт там и так далее. А у меня женщин много приходило в свое время, у меня Центр защиты от стресса. Еще я готовил врачей у Волкова, который помогал женщинам избавиться от зависимости к сладкому. Потому что они очень хотели иметь стройную фигурку. А тут как стресс, они сразу пирожное едят. И я им помогал осваивать метод ключ для того, чтобы как только у них стресс, они ели теперь не сладкое, как раньше, а хотели съесть то, что им полезно. О, Да. супер. Хорошо, правда? Так вот, я хотел опыт, который у Падре Элиджио, я же там тоже наркоманов обучал методу ключ, и Падре Элиджио очень ко мне тепло относился. Там у меня есть очень много видеоматериалов, я хочу кусочки показать. Как я был в Италии, и там, о, у них даже свой остров есть, на котором они живут. У них даже есть своя служба доверия. То есть у них есть свой телефон, и там какие-то наркоманы из города звонят, которые тоже хотят бросить наркотики. А тут сидят уже, которые опытные, которые давно бросили, и они консультируют. Очень Телефон интересно. доверия. Да, Да, телефон доверия. да, самое интересное, что саму технику этого телефона им подарила фирма IBM, кажется. Ну, еще какая-то фирма. Ну, короче говоря, у Падре Элиджио, он меня знакомил с замминистром здравоохранения Италии, сеньором Марией. Потом меня знакомил с ректором Миланского университета. Тот приглашал меня там читать лекции, потому что он говорит, у нас нет лечения без лекарств и так далее. Короче, меня перезнакомил с кучей людей. Но вопрос заключается в том, что очень многие наркоманы, избавившиеся от наркотиков, потом были его друзьями. Там был, например, футболист Ривера. До Пеле был футболист Ривера, был лучшим другом Падре Элиджио. И мы, когда там сидели в ресторане или прочее, Падре Ривера шутил там, но этот Падре Элиджио шутил.
И Ривера мне подмигивал, типа, какой подходишь. Ну, в общем, короче говоря, жизнь была очень интересная эти 10-12 дней. Я хочу познакомить наших всех с методикой отвыкания, кто хочет, но при этом сделать это вместе с тобой. Ты же нам этот Телеграм помогаешь расширить, чтобы туда переходили из Ютуба, потому что на Телеграме у нас не только дублирование того, что я делаю на YouTube-канале, но там контент выставляется, которого на YouTube-канале нету. А с другой стороны, на YouTube-канале есть контент, которого там нету. То есть это тоже важно. Да. А то все туда перебегут, а YouTube у меня пустой останется. Не останется, Хасай Магомедович, не переживайте. И там есть контенты, которые друг друга не дублируют. А почему на Телеграме именно я хочу это сделать? То, о чем сейчас мы говорим. Дело в том, что это не каждому нужно знать те приемы, которые я там хочу показать. Например, там я хочу показать вот эти 5 секунд, которые снимают сразу срез. Как за 5 секунд? Новичку, не такому, как ты, опытному человеку. Ты же все разные методы знаешь, а там я говорю о новичках, которые вообще не знают, что такое метод ключ, чтобы они могли перед любой тяжелой ситуацией или когда у них плохой сон ночной, чтобы лучше заснуть, чтобы 5 секунд, чтобы могли быстро сделать. Да, я это хочу показать в Телеграме. Это классная идея, Хасай Магомедович. Просто я ее поддерживаю обеими руками. Кстати, хотел вам кое-что рассказать. У меня вы говорили про женщин, которые любят кушать тортики и так далее. А у меня были женщины любовные аддикты. Ну, то есть, которые были влюблены, и эта любовь в какой-то момент оставалась безответной. И это тоже довольно-таки Ты серьезная. имеешь в виду, у тебя были женщины, в каком смысле, в тебя? Клиенты, которые довольно неплохо осваивали методики, которым я научился у вас. Представляете? То есть даже такой, а влюбленность, любовь, это вообще, это же просто Разбитое сердце, да, безответная любовь. голову сносит так, что вообще ничего не помогает, они ничего слышать не хотят. А Конечно. ваши методы устаканивали, уравновешивали. У меня есть ребята, не только девушки, которые без... Конечно, да. Да, есть, да что тут... Да, мы там можем им всем дать эти методики. Конечно, поэтому я еще одну вещь хочу сказать. На телеграм-канале мы проведем еще одно интересное исследование. У меня есть еще один друг, он потом туда подключится, я его пока не называю. Проведем исследование. Потому что очень многие пытаются помочь людям отвязываться от вредных зависимостей. Это же вообще проблема. Это алкоголизм, там, например, вот эти тяжелые наркотики, от которых отвязаться и так далее. Очень многие, не только несчастная любовь. Но вот это все требует какой-то замены, потому что человек должен подменить то, от чего он отвязывается, чем-то другим, полезным, хорошим, Равнозначным равнозначным для него. по мощности удовольствия, по мощности снятия стресса, ради чего он живет. То есть вот там как раз это очень важно. Поэтому я приглашаю туда мамочек, мам, бабушек, которые за своих внуков волнуются, за своих детей. Женщин, которые хотят отвязаться от вредных привычек и похудеть там, да, потому что много-много приглашаем. Я думаю, мы с Максимом сейчас поднимем этот канал и того парня, как говорится, который вот я пока не назвал его имя, мы проведем вместе с ним интересное исследование, потому что он предложил это сделать, и он там покажется, я надеюсь. Ну, короче говоря, будет много интересного, полезного. Так что Да. спасибо тебе, Максим. Ты там давай, давай, подвигай там, пожалуйста, наш Телеграм. Хорошо. Хасай Магомедович, я тоже хочу сказать в свою очередь. Друзья, действительно, я приглашаю вас всех в телеграм-канал «Метод ключ Хасая Алиева», потому что он действительно, у него есть уникальность. И там не просто контент, который отличается от того, что
публикуется здесь. Там даже другой стиль подачи, там другая риторика, там больше людей вовлечено в весь этот процесс. И, как говорит Хасай Магомедович, здесь тоже есть отличия на YouTube-канале. Да? Здесь что-то свое, а там что-то свое. Я тоже вас приглашаю на вот это вот будущее мероприятие, посвященное теме зависимости. Это будет очень интересно, чем бы вы ни болели. Да, и здесь один момент в завершение хочу сказать. Дело в том, что есть вещи, которые на YouTube-канале я просто не могу открыть. А на Телеграме, поскольку он более, так сказать, Приватный. приватный, да, там могу всем подарить это. Я хочу сказать, друзья, вот есть люди, которые просто не в курсе наших традиций, нашей школы, человек будущего, Homo Futurus. Есть люди, которые просто привыкли, что мы все время дарим. Ну и вот недавно я посмотрел, мне было так неловко за этого человека, эта девочка, когда я сказал пятисекундную методику «дам в следующий раз», когда еще мы не догадались переводить на телеграм-канал, у меня были затруднения, я поэтому сказал «дам в следующий раз». Мне там она написала, ну да, как этот самый перед козликом морковку держите. О, как. Ну да, ну потому я ее понимаю, она просто не в школе в нашей школе мудрые люди, так глупости такие не говорят. Ну поскольку такие случайные люди тоже заходят, как казани в своем огороде, такое бывает. Потому что на самом деле, если бы я сам тоже увидел, что мне что-то говорят, говорят, а потом говорят, а это потом, я бы тоже так подумал, как она. Но это те, кто не знает вас, Хасай Ну, Магомедович. Зная конечно, вас, это... никто бы никогда такое не подумал. А потому что человек, во-первых, привыкли все получать бесплатно, Да. да, во-вторых, когда меня не знают или тебя не знают, нашу школу не знают, традиции не знают, что мы это не морковку держим. Это смешно, но я девочке хочу сказать это. Девушка, дорогая, представьте себе, пожалуйста, как много пользы вы получите в жизни, если будете пользоваться шансом, просматривая не наш канал, а любой канал. Вдруг будете видеть какие-то вещи, где обещают потом показать. Но прежде чем делать такие выводы, вникнуть в тему. Вот оно в чем дело. Поэтому мы сейчас будем делать развитие на канале Telegram для людей, почемучек, для людей, которые хотят жить со смыслом в голове, а не просто рефлекторно реагировать. Хо-хо! Во. Я даже хочу добавить, Хасай Магомедович действительно отличается от всех прочих, скажем, тех, кто делает видео на Ютубе, тем, что он не морковку держит перед носом, он скорее дает инструменты, чтобы эту морковку отрезать. То есть, если вы попробуете все то, что дает Хасай Магомедович, вы поймете, Ну, что конечно, жить можно конечно. без морковки, морковка, она остается И сзади. поэтому, если что-то непонятно, в первую очередь надо задать вопрос. Да. А не понимая чего-то, сразу критиковать там или что-то. Я для этой девочки, потому что мне очень хочется ей помочь, потому что она рефлексирует. Рефлексирует и может жизнь шансы какие-то пропускать. Я сейчас не о себе говорю. И про картину. У меня есть картины, которые весят некоторые, как ведро воды по тяжести, потому что они многослойные. И на каждую картину я затрачиваю иногда вечер. Это редкие картины, когда так получается, когда вошел, так сказать, поток и тема такая. А иногда по 5 лет. И вот эти тяжелые картины, только потому, это меня спрашивали, сколько у вас уходит краски на них? Я раньше маслом только рисовал, потому что это очень пластичная живопись. Я сделал ошибку. Можешь сверху дальше рисовать. А вот акварель тяжелая, ошибку сделал, не исправишь. Я учу рисовать тоже. И вообще жизнь – это живопись. Я учу жить, чтобы ошибки можно было исправлять.
они зацикливаются так, что потом ошибку не исправишь. И поэтому у меня жизнь сложная, и картины у меня тяжелые. Потому что я говорю, как ведро воды, потому что я ищу цвет прямо на холсте. Сейчас я хорошим акрилом рисую. И много-много слоев там, пока найдешь то, что тебе нужно. И потом раз нашел, и да, чувствуешь. А иногда мне помогает школа. Мы включаем коллективный разум, и они все говорят, ой, какая картина, можно уже дальше не трогать. А иногда вон стоит там принц, вот эту точку мы там на шее дорисовали. Ну, короче говоря, много чего происходит сообща. Я всех привлекаю, чтобы мы думали сообща, потому что только вместе мы сила. А сейчас мы будем заниматься не только отвыканием от вредных привычек, а все вместе достойную цель осуществлять, как сократить кризисы и войны на планете, чтобы уменьшить и потребности в лекарствах. Итак, друзья, всех обнимаю. Максим, привет тебе огромный. Обнимаю. До связи. Все, касаемо. До связи.